Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названию Steam World Dig. Дик-дик-дик, мы с вами что делаем? Во-первых, мы с вами в прошлой серии открыли это Дрель или Бур. Ну, Бур, ладно, будем называть все своими именами. Так, пополняем водичку. Мне нужно было, наверное, хп себе отрекинить. Ну, ладно, уже поздно. И теперь мы с вами, ребят, открыли новый мир. Ну, новый мир, имеется новый мир. Или старый мир. И здесь вот довольно опасно, как говорить. Да ладно, серьезно? Окей, окей, это классно. Теперь у нас есть такой, ребят, телепорт. И мы очень медленно ломаем. Очень медленно. Ну, на, я думаю, это не помешает. Поскольку я здесь теперь... Ну, по 14 это самое херовое, да, получается? Ой-ой-ой. Мне важно, чтобы здесь продавалась вода. Ну, блин, это уже канализация пошла. Да ладно. Серьезно. Смотрите, при нашем приближении она начинает это мигать. Ну да, новый мир так себе выглядит, не очень. Так, ладно, это не буду ломать. Так, вода здесь есть, это хорошо. Блин, жалко, что эта вода не бесконечная. Она бы мне пригодилась. Но бесконечная вода, имею в виду. Бесконечная вода пригодилась довольно хорошо. Лучше быть осторожнее с бомбами. А, здесь не только канализация, здесь и отходы. О! Не все получается, как получается. Крипун, удалось тебе отремонтировать. Пришлось заказать новые детали и все такое. Это было дешево, но все было тебе небольшую оплату за порку. GG, что сказать. Первая смерть, ребят. А вода восстанавливается, смотрите. Да, вода восстанавливается. Ну, да, значит, она бесконечна. Но то, что у нас только что получилось, это довольно плохо. Ну, смотрите, после смерти, то есть, вещи все равно остаются. Ну, то есть, не все потеряно. Будем честны, да? Я, конечно, неправильно пошел, но ладно. Очень неправильно пошел. А ну пойдем с этой теперь стороны. Я хочу красный камешек. Так, там около бочки есть камень. Но. Я боюсь то, что меня взорвет, так херам все дело. Погнали тогда вниз сюда, в тайник. Или нет, давайте я вернусь. Отхилюсь. Ну, по водичке. Продам вещи. И дам тебе достойную цену, все, что ты хочешь. Так, 150 у нас 200. Так, у тебя не то, что мне нужно больше. За 200, да. Купить кирку.
мне лучше будет, ну, быстрее копать, чем все остальное. Давайте тогда еще. Сюда тогда. Мне интересно. Если я выхожу и вхожу, это восстанавливается? А, все восстанавливается, тогда ясно. Тогда нет проблем. Нет проблем и по воде, нет проблем и по всему. Допустим. Я просрал, да? Ну да. Надо, короче, было, поняли, сначала этот прокопать. Сейчас сделаем все. Ой-ой-ой, не то делаю, тихо. Но я просрался, камон. Мне сначала нужно легенькую сломать, которая. Теперь мне нужно идти в самый низ. Не останавливаясь. Да. Так. Так, так. Так, 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 так. Походу я не так сделал, да? Снова. Да сука. Ладно. Делаем тогда так. Вот это головоломки. Ножичек на гитаре. Как я понимаю, мне сначала нужно... Так. Вот это сломать. Ага. Ага, я просрал. Бля, я все правильно делал. Ё-моё. О, боже мой. Я понимаю, что это легко, но, блин. Мне уже свет тухнет. А, сразу воды пополнил. Может, мне легче этот сразу с буром? Все равно я потом буду возвращаться, наверное, пополняться. Не, это одно и то же, ладно. Вот этот блок мы вообще не трогаем.
но я все равно просрался. Так подумать, да? Я просрался. А принц... А подожди, а как мне тогда? Хотя, можно чисто вот так. Это больше мы не трогаем. Эту мы тоже не трогаем. Пипец, 10 минут. 11 минут. Головоломок. Потом не поднимусь, да? А не поднимусь, ладно. Все. Все, что требовалось. Восемнадцать сфер, хорошо. На самом деле землю быстро рубит. Тупые головоломки. А просто головоломка сложная. Минус мозги. А, теперь хотя бы я дальше могу изучать местность. Здесь очень активно используются пушки. Так, я здесь все понял. Хорошо. Я слышу, где-то тварь кричит. Скорее всего, это бомжи. Знаменитые бомжи. Да ладно. Это больно. Минус ХП. Отдыхает наш бомжик. Ну, знаете, типа, местные люди, которые теперь живут под землей. Я типа все это. Даже так. Круто. А я бы походу не убежал, да? Это сложно тогда, ребят.
Ого, я вернусь, продам все, что у меня есть. Можно как раз будет еще этот пополнить себе. Запас воды. Сразу это сделаем. Ну хорошо, что... О, сразу на 300. Гигантский рюкзак. Водяная заглушка. Да, хорошо. У тебя? Так, у тебя в основном телепорты. Двойной бак. Хорошо, что у тебя? Гигантский рюкзак за 200. Водяная заглушка. Буф воды из водоемов. Система прокладки позволяет вам не терять ни капли найденной воды. 15. Ну, блин, а вот здесь я вам вот о чем и говорил, видите? Это уже идут проблемы. Вот начинаются и уже проблемы. И с водичкой, и со всем остальным. Ага, тап это... Так, а этот человек мне немного не нравится. С динамитом, который... Шашка мне не нравится, челик. Ну, короче, просто кидать. Я думал, может, как шахид, знаете. Оказывается, нет, тогда все нормально. Но они чисто как зомби. Здесь живут. Ни больше, ни меньше. Убираем водичку. Блин, а так мне, конечно, было бы воды побольше. Так, огонёк. Что ниже у нас? Тупик. Хорошо. На карте у нас все нормально. Так, сфера. Сфера это всегда хорошо. Сфера это всегда хорошо. Ой-ой-ой. Скажите, вот мне еще света дофига,
Ну уже... Ну уже так тускло. Молодец, чел. Так, я слышу там танк, нихера себе. Дома, танки. Ничего себе. Что-то новенькое. Так, еще сфера. Там уже 3 на 3, да, ломается? Не, давайте я лучше схожу домой, отвлекаюсь. Потом вернемся, потому что в этот момент я сейчас могу просрать. Сразу воды наберем. Да, мне теперь много дают денег. Давайте сразу отвлекаемся. Блин, мне бы бочонок купить. То, что буру никогда не помешает. Ну за 500, да? Блин, сфера. Поехали. Ну да, видно сразу, что нам дают возможность этот еще купить. А, видите, а то, что мы не долмали, типа... Ну, типа, два удара делает, он после этого вздыхает. Ой, и дал фул ТП. Отлично. Взрывайся. Нам этого не надо сейчас. Так, здесь мужичок взорвался. Бац, 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 бац. Так, выше. Нет, она взрывается все-таки при приближении. А, то есть... Ух ты ж, ё-моё. Он сейчас мог меня просто задеть. Давай так. Давай так сделаем. Пойдем сюда. Ну это минус камень просто. Это просто минус мой камушек. А, сейчас наверх поднимемся. А, найс. Ладно. Не беда. Это дело не беда. Делается все просто так. Ух ты ж, ё. Поехали.
Открытый бар, да? Open bar, хорошо. Да, они типа взорваться при долгом контакте. Так, там бочка. А, если не спят, я их ваншотчу. Это хорошая вещь. Опа. А вот это уже плохо. Флойд, пацанчик. Так, сфера. Что мне даете? Динамит. Ух ты. Устроена технология. Продолжайте исследовать. Давайте посмотрим, как... Ну, понятно, что сейчас динамит сюда кину. Так, стоять. Он меня коснул. Так, 34. Нет, мне все-таки достаточно этих. Ой-ой-ой. А, сойдет. Сойдет. No bad, no bad. Так, давайте я лучше на лестницу поставлю. Оп. Оп. Ладно. Давайте я динамит здесь использую. А кто застрял? Кажется, я застрял. Нет, не застрял. И мы теперь воду тратим намного меньше. Я лестницу хотел использовать. Класс. Ладно, на выход. Не, я все-таки телепорт, наверное, куплю. Слишком высоко лезть. И не факт, если я успею еще спуститься, и оно не пропадет. Мне кажется, игра не очень, конечно, длинная на самом деле. Сейчас туда-сюда мы уже пройдем.
Чем больше этих штук ты выкапываешь, тем больше моя уверенность. Ты водитель уставил их специально для тебя, оставил. Как след из хлебных крошек, по которому надо идти. Он к чему-то тебя готовит. Огромный бак. Жесткая броня. Здесь наверху почти ничего нет, учитывая, как средний человек выглядит сейчас. Трудно разделить убеждения вашего дяди, что бомжи имели отношение к рождению первого симбиота. Если это правда, то на что еще они были способны? Чего тебе? Ну да, как бы мы видим, что мир вымер, остались только роботы, да, которые что-то делают, а люди превратились в каких-то монстров. Но мне нужен двойной пак будет купить. Давай с тобой. Это старый чудак-шахтер, который здесь вел добычу до тебя. Он всегда заказывал всякие странности. Бесполезные вещи, типа скрученных медных трубок и подобную ерунду. Огромный баг. Максимум, вот и старый баг приблизился на тебя. Так. Легрим, но я уверен, что на его место мы можем установить модель побольше. Это мне нужно старый, да, сначала купить? Бля, я не знаю, может мне хп купить? Типа, кому мешает броня? Ай-яй-яй, я телепорт не купил. Ладно. Тихо, тут кто-то чилит. А я динамит не купил. А я динамит не купил. Или его купить нельзя? Значит, мне кажется, что его можно купить. Ну то, что я его, конечно, его не купил. Да-да. Это да. Это да, это да. Это, кажется, плохо. Внизу пойдем. Успел до того, как он меня атаковал. Золото 20 стоит, нихера себе. Золото полезная вещь. Ух ты, круто. Там жара. Нихера себе. Телепорт. ЗБС. Телепорт это всегда ЗБС. Так. Стоять 220. Так, лестницы покупаем. Крупная броня. Да, можно, в принципе, до на здоровье вкачивать. Потихоньку. Или бак воды лучше. Бля, я такой, чтобы кирку, конечно, улучшать. Давайте, наверное, потом все это сделаем. Нужно кирку улучшить. А хотя у нас уже время, ребят, поэтому давайте на этом, я думаю, и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и, думаю, встреч, друзья. Всем пока.